как оказалась здесь наша съемочная группа, трудно сказать. Я могу сказать только то, что Вова Синий пригласил нас сюда. А вот зачем, я думаю, сейчас он нам расскажет. Сегодня здесь Вова Синий, Максим Шапошников и Костя Сейкин. Ну, наверное, слово вот этому вот организатору всего этого действия. Инициатору и организатору. Спасибо. Здравствуйте. Собственно, вот Максим приехал, поэтому все и организовали. Ему слава. Большая честь. Давайте начнем с того, что известно мне. Мне известно мало, но я знаю, что вот вы, например, братья по разуму. Может, мы с этого начнем? Да. Побратались. На фоне чего вы побратались? Когда это случилось? Как это с вами произошло? По-моему, это случилось где-то здесь, вот на берегу вот этого. Водоема. Озеро. На камне. Там вот такой лягушатник, да, он называется? Нет, у нас лягушачьих мест не надо. У нас только тараканы горки. У нас здесь все достойно. Когда я был сам маленький, как лягушонок, это назывался лягушатник вот здесь. Нет, ну, был, действительно был. Но он появляется раз в 13 лет, поэтому трудно сказать, когда он был маленьким, когда не очень маленьким. Но на лягушатник уже сходили. Так, и что случилось там, на лягушатнике? Ну, было несколько людей, по-моему, которые... Почему братья по разуму? То есть у этих людей общий разум. Так. И они собрались в одном месте, просто констатировали факт, что они братья по разуму. В этом все и братание было. Признались друг другу в этом. Ага. Как бы никакого резания крови, там, пить кровь там, или что-то такое, такого не было. Есть кровь. Это уже потом было. Да, это тоже. На самом деле, это название, которое пришло в голову из какой-то кинокомедии. Там была пивная «Братья по разуму». Угу. В общем-то, то же самое. Это натолкнуло на определенные мысли. Хорошо, но общий разум там, какие-то общие идеи, там, какие-то воззрения. А чем вы решили заниматься? То есть вас объединяли не только взгляды, но и какие-то, видимо, занятия, то есть то, что было реально в вашей жизни? Занятие, по-моему, одно было. Вот музыка была на первом месте. Пластинки, магнитофон и все детство. Только этим мы были заняты. Я помню год, допустим, побоюсь соврать, но, допустим, 80-й год. Тогда «Братья по разуму» были в Снежинске, тогда еще Челябинск, 70 это все называлось еще в то время. Школьники. Для нас. Это вообще было легендой, все это было овеяно вообще какими-то тайнами, чем-то таким вот неизвестным, непонятным. Какие-то ходили странные слухи, они там расползались и также ползали куда-то обратно в норы. Я 4 раза в КГБ ходил. Вот, может быть, мы... В норы расспрашивали. Может быть, вот сейчас, спустя вот уже... дай бог, 18 лет, если я не ошибаюсь, с 80-м годом. Может быть, мы сейчас уже какие-то слухи опровергнем, какие-то, так скажем, имеющиеся факты подтвердим. Что случилось с «Братьями по разуму», когда они организовались и начали вот этот вот свой путь продвижения? Кого уж нет, а те далече. То есть первоначально это было совсем много. Ну, по моим меркам. То есть сейчас уже многих людей просто в живых нет. И говорить о каких-то тех «Братьях по разуму», наверное, вообще неразумно. Это уже такая концепция сейчас, это не название группы. Это... Нет, ну мы же как бы углубляемся в историю сейчас. Про те времена? Да, когда как бы поймем, вот чем занимались? Что тогда случилось? Чем занимались? Чем братья занимались? Да. Ну, пришло в голову пленки эти клеить, вот. Ну, и все. А очень хотелось выделиться тем, что... Там это машина времени, там это рель, ну уже не канал, а просто не канал. Вот ты так говоришь, пленки клеить, это тебе понятно пленки клеить. Ну даже, может быть, мне немножечко понятно пленки клеить. Ну давай уже расшифруем по телезрителям. Клеить пленки, ну расскажи уже, как это, что это. Берешь понравившийся кусочек песни на пластинке. Да. Того же «Ариэля», той же «Машины времени». Да почему? Нет, у нас были приличные группы. Уж резали там. В основном электронную музыку. Да, электронную такую, электропанк, электропопс, вот такого. Диско. Диско обязательно, да. То, что было тогда в моде, собственно, среди западной молодежи, например, или не только молодежи. И, в принципе, это было шоком для
поскольку не было никаких инструментов, да, ничего не было, да, просто брали вот эти лупы, это кольца так называемые. Ну, сэмплер, по-своему. Да, и такой зацикленная фраза музыкальная, под нее пели, да, сочиняли тексты, ну, или накладывали какие-то звуки. Добавление звуков каких-то, максимум. Максим, давайте вы нам расскажете о себе, о том, где вы сейчас, с кем вы сейчас. Как ваш разум братский сохранен? Где и в каком качестве? Ну, я не хотел бы, конечно, рассказывать какую-то свою персональную историю, потому что слишком таких историй много. Хорошо. Вот, больше вот именно правильно о разуме это интересно рассказать. То есть я, как может быть некоторые знают, вот Вова знает, я живу в Голландии сейчас, в Амстердаме, 10 лет. Вот, ну, живу там, живу, хожу, работаю, там что-то делаю, ну, то есть, как бы. Вот, и там до сих пор вот сохранился этот маленький клочок разума того самого. 70-го. Да, чуть-чуть. 70-й? Пробую это поддерживать. Там тоже живет такая девушка из нашего города, из Снежинска, Нелли Дворко. Вот мы с ней до сих пор общаемся. Она занимается художничеством, рисует картины очень хорошие. У меня, кстати, где-то есть фотография. Да-да-да, кстати, есть очень классные картины. Вот. И в то же время у нас с ней общее вот музыкальное дело. Мы играем в одной группе. Мы образовали с нашими одесскими приятелями в Амстердаме, люди из Одессы, группа под названием «Спутник». И идея этой группы была именно такую, играть музыку, которую мы любили в детстве, или не любили, а наши родители любили. И мы сделали такую программу под названием «Любимые песни советских космонавтов». И там песни 60-х годов, всяких таких очень романтических времен космической эры. И свои песни в этом же стиле, которые мы сочиняем. Нелли поет там. Вот сейчас мы слышим где-то там на фоне эту музыку, но я надеюсь, вы покажете телезрителям потом наш клип. Я привез клип нашей группы. Ведь это добрая прелесть.
сквозь ночную тьму. Пожалуйста, о том, чем, как долго существует ваша группа в Амстердаме и что, кроме любимых песен космонавтов, есть в вашем репертуаре? Насколько она популярна, насколько она желанна теми людьми? Какая музыка тебе нравится? Не то, что там твои песни, а то, что здесь не слушают люди. Ну вот группа существует пару лет, но к ней готовились долго. До этого еще был там такой дуэт «Пульсар». Это Нелли там с одним вот из этих вот самых одесситов, они исполняли просто под гитару, такие в бардовском стиле, вот эти все песни. Потом возникла идея сделать уже настоящий такой бенд, ВИА, как вокально-инструментальный ансамбль. То есть мы не стали, в музыке мы не стали гнаться за какой-то технологией новой, вот то, что сейчас компьютерная музыка, хотя много хорошей музыки, аптекно, что-то такое. Мы решили сделать что-то очень простое, такое человеческое, что будет нравиться людям, как-то выразить свои эмоции, не просто физику тела, но чтобы задеть сердце. Песня о любви. Такие немножко тоскливые песни о том, что там осень наступила, ну такие простые. А вот Костя как раз представитель той музыки, о чем сказал Максим, наоборот.
Сейчас Костя нам немножечко расскажет о себе, но мне хочется все-таки немножечко продолжить вот этот разговор. А вот, так скажем, русские тексты, вот эти вот, они такие душевные, проникновенные, лирические, они принимаются только русской публикой? Ну, русская публика, они понимаются как бы полноценно, да? Люди, которые не понимают русского, они слышат красоту языка просто. Да, голос, они слышат то, чего мы не слышим, да. Голос как инструмент. Да. Да. И им это очень нравится. Да. То есть на наших концертах, скажем, приходят, да, туда приходят русские, которые живут в Голландии, конечно, потому что русская, единственная русская группа, которая на русском языке поет, она, для них, конечно, это лучшего не желать. Все приходят, напиваются, танцуют. То есть. Вспоминает свои детские годы. Отлично. Да. На Филиппа Киркорова они бы не пошли точно. Не смогли бы просто. Он не приезжает к нам. Мы же в провинции живем. А пошли бы? Не знаю. Может и пошли бы. Да. Вот. А люди, ну, голландцы, Амстердам — это интернациональный город. Там много разных национальностей живет. Люди приходят, очень нравится. Проблемы с языком никакой нет. То есть мы переводим тексты, в паузы говорим. Эта песня сейчас об этом, это об этом. То есть все доступно. И дело в том, что в западной поп-музыке сейчас тоже вот, как бы засилие технической и технологической музыки. И люди соскучились по простым, элементарным, душевным песням, там каким-нибудь французским, мелодическим, самым уже таким избитым, пошлым мелодиям. Вот людям нравится это. Такое немножко уже, такие вот шлягеры стали популярные, как такие мелодические, красивые. Вот. Люди соскучились по треску пластинок. Да. Да. Ну, а вот скажите, вот это ведь не столько конъюнктура, сколько потребность, все равно души вашей, правда ведь? Естественно. Это не коммерческая музыка, но с конъюнктурой, к сожалению, я бы хотел, чтобы мы стали вообще-то как бы на топе в MTV или еще где-то, конечно, но на самом деле музыка, все почему-то думают, что это андеграунд какой-то, все нам говорят, вы, у вас такое вообще подполье. А это эстрадная музыка 60-х, да, советская. Да, какое подполье, это... Давайте дадим слово Косте, а то он у нас как-то вот притих такой, да, сидит. Конечно. Расскажи, ну, Косте, о себе. Расскажи, ну, чем ты занимаешься. Еще чуть-чуть о группе «Спутник». Вот. Когда я первый раз ее услышал... Это он передал слово тебе. Благодарю. Это было в Москве. Мне это жутко понравилось. Я ее принес на радиопередачу к своему другу на станцию 106.8 FM. И мы ее... крутили целый альбом целую ночь. Целый час. Было очень много звонков по этому поводу. На радио, на пейджер. Вот. И поскольку мне очень близка тоже любая космическая тема, вот, например, вот я сейчас представляю на Урале продюсерский центр «Космос Продакшн». Фирменная шапочка. Да, вот, собственно, да. И, может быть, даже группа «Спутник» выйдет на нашем лейбле. Я очень это желаю. Может быть, сыграем тогда еще. Передай слово. Очень мелодично. Давай попробуем сыграть. Да, давай дуэтом под музыку. Братский инструмент. Это такой всемирно известный инструмент, на самом деле. По-русски называется варган. Ух ты. А самое распространенное название, вот в Сибири, например, это хамус. Хамус. Угу. Вот. Сейчас вся Сибирь играет на них до сих пор. То есть это древний очень. Все Голландии. А в мире тоже довольно известный инструмент. Ну, ковбои на нем играют тоже, когда поют свои кантри-песни. Вот. И он очень удобный тем, что он маленький. Uh-huh. То есть его можно положить всегда, взять с собой и где-то
идешь, стало грустно, поиграл себе, стало весело. Неужели стало весело? Да, становится очень весело, да. Мне что ли попробовать поиграть? Так всем надо попробовать. Это очень полезно, особенно в современное нервное время, очень полезный инструмент, он успокаивает нервную систему, то есть расслабляет и устанавливает как бы порядок в голове. Разум. Разум, да. То есть чисто для развития разума. Слушайте, мы сегодня вот весь вечер говорим о разуме. А вы мне скажите, вот сегодня уже на дворе как бы 98-й год, и братья по разуму, они где-то все так рассеялись по миру. Сколько у вас, кстати говоря, осталось? Вот этой команды братья. Ну, мы вот с Гошей как-то пересчитывали, получилось больше 160 человек. Так, и сейчас какие-то совместные у вас действия есть, кроме того, да, что... Да, они постоянные, то есть... Встреча происходит, мы вот с Максимом, это такой случай, человек приезжает раз в 13 лет в город, и я решил зайти в библиотеку, посмотреть «Дорогу энциклопедию», там ее не нашлось, я от отчаяния сижу, какой-то вообще авторов читаю, неизвестно. Ну, понятно. И, то есть я один в библиотеке вообще, один. Так не бывает, ну хорошо, допустим. Ну, там еще, да, кто видео торгует. И заходит человек такой, такой, здравствуйте. Я голову поднимаю, о, Максим Шапошников в библиотеку пришел. То есть получилось так, как мы встретились там 35 лет назад. Классно. Причем он не знал, что я приезжаю вот в эти дни, он не знал. Я поняла, что это так, Олег. Сразу пошли в эгрегор или эгрегор? Неважно. Эгрегор. Какая разница? Пошли и пошли туда. Нет, я так называю иногда Егора Лаврентьева по-дружески. Эгр, егор. Ну, то есть, ага. Чтобы он быстрее собирался. И вот такая встреча. Да, неожиданно было. Слушайте, ну вот у вас 160 человек, вы уже вообще, в принципе, партию можно создавать, баллотироваться куда-нибудь. А есть такая партия. Дело в том, что нет центрального управления этим органом. Это очень анархичная такая самоорганизующаяся система. Она не требует никакого управления. И в политику не тянет. Ой, а нет. Политикой занимаются только ущемленные в детстве люди. Давайте поступим таким образом. Как бы в программе «Рандеву» участники разговора обычно что-нибудь желают снежинцам. Сначала ответит собака, она всю дорогу у нас молчала. Пусть она сначала что-нибудь собака пожелает. Ответит, голос обидится. Насыпайте сколько, кому нужно. Я желаю всем снежинцам получить все деньги. Я обещаю, что все снежинцы. Я сам себе доверяю. В отставку я не уйду. Молодец, парень. Хороший. Вот он все сказал. Да. Что еще лучше пожелать? Чуть-чуть. Да. Чуть-чуть, да? Тем не менее. Ну да. Персонально. Ну я и снежинцам того же самого желаю. Да. Ну потому что вообще безобразие какое-то. Да? Да. Максим. Ну, здоровья. Я присоединяюсь. Я желаю вообще процветания снежинцам. Как мне всегда помнится, город процветал. У меня такое... Очень цветочное по поводу города чувство. Хочу передать всем привет, кого я не встретил, кто меня помнит еще, кого я помню или не помню. Вот. И ну что еще? Хорошего настроения. Как еще жить? Что еще сказать? Ну, я думаю, что больше музыки хорошей. Чтоб слушали. Чтобы настроение было. Музыка. Это правильно. Чтобы музыка была в душе. О, хорошая. Вот это хорошая музыка. Уже вот такая. Да. Хорошая музыка.